Последние покупки, последние приготовления и такой долгожданный, такой волнительный день 1 сентября. Для кого-то начало очередного учебного года, а для кого-то это первый школьный звонок и первый урок. О том, как прошла торжественная линейка в лицее номер 1, смотрите в следующем материале выпуска. Глаза еще сонные, но улыбка не сходит с лица. Да и как иначе, когда их встречают как героев дня. Вспышками фотоаппаратов, поздравлениями и объятиями. Осталось только привыкнуть к новой роли, роли первоклассника. Ведь еще вчера школа была лишь в рассказах родителей, и вот все по-настоящему. Огромный букет цветов, яркий портфель, а вокруг учителя и толпа незнакомых мальчиков и девочек, которые так скоро станут друзьями. Мы вставали с утра, ехали в парикмахерскую. Ну, мне парикмахерская сделала такую прическу красивую, и теперь я такая красивая и нарядная. А мы узнаем всего многого, выучимся и станем взрослыми. Мы вставаем рано, одеваюсь, зубы чистим, ем, чтоб мы не голодали. Брали воду с собой на всякий случай. Это 1 сентября, день знаний. Я готова вставала тоже рано. Делала прически, кушала, умывалась, одевалась, собирала рюкзак. Я была даже очень рада, что наступило 1 сентября. Я уже умею читать, писать, вырезать. Для них этот день больше, чем день знаний. Это день встречи важных перемен. А еще день, когда родители с любовью и трепетом поправляют воротнички и банты. Волнуясь и переживая, смотрят вслед. Конечно, волнительный. Переживаем вместе с детьми. Ждем хороших положительных впечатлений, эмоций. Все-таки очень важный день в жизни ребенка и родителя. Мы ведем первого ребенка. Вот, очень переживаем, волнуемся, надеемся, все пройдет хорошо и останется исключительно положительные эмоции и в нашей жизни, и самое главное в его. Покупали и форму, и рюкзак, тщательно выбирали, все приобрели, укомплектованы. В отличие от мамы, сама героиня праздника София Катричка, как она призналась, почти не волнуется. Уж очень долго первоклассница ждала этого дня. Это так хорошо чувствовать себя в школе, одноклассники, новые друзья. Их приближает к новой школьной жизни каждая минута линейки, такой торжественной и трогательной одновременно. Эти мгновения волнения и радости в этом году общие для 128 первоклассников в одном только лицее номер 1. Поздравить первоклашек, а также всех учащихся первого лицея с началом нового учебного года пришел глава города Александр Коновалов. Всем ребятам хотелось бы пожелать в новом учебном году постараться осваивать все те великие знания, которые вам переданы человечеством. Нам на протяжении многих веков они накапливались, и вам ваши учителя их преподнесут. Ну а 11 классу, конечно, труда большого, хорошего, терпения и труда, потому что это последний год. И вот самый торжественный момент линейки. Звучит первый в жизни первоклашек школьный звонок. И школа, время открыть, и школа, время надежды и веры. В этом году во всех школах района, в том числе и в первом лицее, особое внимание было уделено вопросам безопасности детей. Усилены маршруты патрульных служб, организовано дежурство пожарных расчетов. Словом, сделано все, чтобы самый главный день, когда один звонок дает старт новой и очень интересной жизни, принес только радость и ощущение волшебства. Алена Лавринова, Игорь Ванчугов. Программа «События».